На избирательный участок идут несколькими поколениями. Свой вклад в выбор будущего родного района самарец Петр Шишкин доверил внести маленьким внукам. Мы выбираем же свое будущее, мы выбираем людей, которые за нас будут, ну, как бы, болеть, страдать, выполнять наши пожелания. Юлия Топоркова с участка уходит с подарками. Девушке исполнилось 18. Самарцам, голосующим впервые, вручают флешки и памятные открытки. Поздравления с Днем города. Я первый раз голосую. Первый раз проголосовал. Вот, я очень рада. Мне кажется, мы должны участвовать в этом всем. Здесь же голосует председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. На участке по-настоящему праздничная атмосфера. Неподалеку на набережной проходит фестиваль «Старт». Самарцы приходят с позитивным настроем. Люди избирают тех представителей, да, чьи ценностные подходы к развитию нашего города они разделяют. А на мой взгляд, это, безусловно, активное участие в том, чтобы наш город становился лучше, комфортнее. На этом участке около 2000 избирателей. Округа стали гораздо меньше, а значит, представители районных советов действительно будут знать каждого избирателя буквально в лицо. И власть станет ближе к народу. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.